Убежденные коммунисты объединяются. В минувшие выходные на учредительном съезде в Москве было принято решение о создании новой общероссийской политической силы – Объединенной коммунистической партии, сокращенно ОКП. За у нас с вами сколько, Сергей Иванович? 69. 69 человек. Это большинство присутствующих делегатов, поэтому мы создали партию под названием «Объединенная коммунистическая партия». Вот теперь можно похлопать. Поздравляю вас, товарищи, с этим важным событием на пути к единой коммунистической партии Российской Федерации. В новую партию вошли все, кто не согласен с нынешней позицией КПРФ, но свято верит в то, что Россия должна встать на рельсы социалистического развития. В их числе и ивановцы. Наш регион на съезде представлял ныне распрощавшийся с КПРФ по идеологическим причинам депутат Николай Плотников. По словам членов новой партии, их основная задача не конкурировать с другими коммунистическими объединениями, а наоборот, сплотить их все, собрав под одним флагом. А вот позиция движения Геннадия Зюганова новым партийцам чужда. Мы учли все недостатки КПРФ, которые привели, как мы считаем ее, к сдаче позиции. И по сути КПРФ, по нашему мнению, настолько вросла уже в нынешнюю власть, настолько увлеклась парламентскими формами борьбы, что забыла основную свою задачу, перестала отражать в полной степени интересы трудового народа. И в принципе, как я вот полагаю, что КПРФ уже взяла власть в той части, в которой позволили этой ей власти. И поэтому бороться за власть трудящихся, за взятие власти трудящихся, это уже их второстепенная, а может быть, и задачи такой уже нет. В скором времени в Ивановской области будет создано региональное отделение партии. В него войдут все коммунисты, по собственному желанию или не совсем покинувшие КПРФ в прошлом году. А таких немало. Станет ли новая политическая сила преемницей КПРФ на пути к светлому социалистическому будущему, покажет время. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.